за что вы двигаете? Это ситуация, это ж не что, встали, выскочил, там, соскочило, но тут уже все налетели. Человек более бдительный в следующий раз. Да. Да. Это же ничего такого. Можно предупредить, никого не было, видимость прекрасная. Я говорю, ну, командир, можешь и простить, я говорю, полю. Так, а уже особый протокол уже составляете? Ну, а чего же, у вас уже пришел полный полевоз. Здравствуйте. А в чем вопрос, подскажите? Да не, мы тут дискуссию. А что ж документы в руках у вас? А что такое? Да вот дайте водителю. Конечно, 2-4 предъявить водитель повинен. Ну что ж вы так? А что случилось? Чего? Ничего, водитель поможет, я брал эту руку. Ну машина трохи поламалась, а дай все зупинилось. Там не ну, до 5 хвилин. Ні аварійної. Так, до 5 хвилин. А кому аварійна сигналізація? Кому аварійна? Ваш аварійна... Аварійка. Ну, ну то й що? Якщо водій поламався, потрібно знаки виставляти, так? Потрібно включати. Ну, хорошо, ну що він щось комусь помішав, чи що? В чому вопрос? Та предупредіть, скажіть, більше так не буде. Водій признає свою провину, да і все. Що ви починаєте? За що? Ну, за що протокол? Я ж вам пояснив, що... Так, а що, до 5 хвилин, зупинка до 5 хвилин, що? Дозволяється? Дозволяється. Та зупинка і стоянка, ну, при порушенні дорожніх знаків, в даному ситуації 3.34, куди тут забороняється. Включили, побачив, що не включилось, він нажимав кнопочку, не включилося. Для того, і вішають дорожні знаки, там, зупинка заборони, наказові знаки, прямо. Ви розумієте, що в нас ГАІ, міліція, для чого? Щоб таких ситуацій не було. Ви водію об'яснили, це йому більше поможе, ніж цей протокол, розумієте? Він буде розуміти, що так робити не можна, і все. Об'яснили, показали по правилам, все правильно ви зробили. Сказали, по 22 статті, усне, і все. Ну так а чого ж ви дивитесь? Ну так а чого ви хватаєте? Усне предупреждення, можемо і скласти адміністративний протокол з порушення правил. Можете, ну так ви ж зробіть по-людськи, нормально, та і все. Документи взяли, практично украли. Украли практично. Я не украв, тому що водитель хоче дає посвідчення водія, реєстрацію. А ви скажіть, я не буду брати. 241. Ви ж так по закону повинні працювати. Шановні, ну, пожалуйста, водій має право пред'явити, може й передати. Інспектор, на, подивіться. Може, ну, водій таке не казав, ви ж його взяли. Кот інспектор взяв, посмотрел і передав вам в руки. А чого? Ви маєте так, ви ще... право, які... А чого ви, сюди? Із автомобіля не... Ви мені скажіть, чого ви водія? Чого ви водія сюди в машину запросили? Сидіть до машини, відповіді нормально все. На вулиці. Ну, доки що. А хто ж вам должен? Зробіть собі будочку. Може водій сидіти, може водитель навіть сидіти. Давайте, предупреждайте водія, говоріть. В лічному автомобілі. Ми можемо через лобове стекло навіть... показати, щоб нам пред'явили. Я вас розумію. Посвідчення тих паспорт склати адміністративний протокол про кладіть той протокол про право порушення. Добре, давайте. Предупреждайте водія, він більше так робити не буде і все буде добре. Ну, случилось щось з чоловіком, може взагалі непонятно де. То що ви? Маємо право. Маєте, давайте. Щасливо їжджайте. Колега. Все, давайте, счастливки. А телефон можете? Там мы дали визиточку, дивіться. Спасибо большое. Помогли бы, как коршуны, я ж просил. Как коршуны. Тут денег, говорю, давай дам это самое. А предлагали, да, Мишал? Бачите, вже є щось хороше? На план наработали. Тут уже, ну що, я дурак, я б дав би, говорю, ну... Хорошо, ну так більше не робіть, бо тому що мост все-таки. Ви чим-то підтримали? Я водителю об'яснив, причина остановки. Я вам обов'язав, що це розказав? Один говорить, ні, один говорить, так. Ви подивили мене спрашивати. Ви подошли, ви кто-то включился. Мы видели, что вы без причины остановили автомобиль. Тем самым нарушая пробки. Лампочка одна вроде, ближний свет. Хороши. Но подсветка работает, одна горы, так другая. Ну, при чем здесь? Ну, сейчас видишь, предупредили. Что? А что вы его ведете? Я вам просто выбрать. Водитель, присядьте в автомобиль, сидите в автомобиле, пусть инспектор вылаживает свою информацию вам, сидя в автомобиле.
Вот и все. Я вас не вышел выйти с автомобиля. Мы пойдемте со мной. Вы вышли до этого с автомобиля, а? Он сейчас вернется. Он вернется. Я не знаю, что у вас. Скажите, водитель задержан на меня? Сейчас есть возможность проверить водителя документ. Какой проверить? Его проверить. Сядьте в машину, он проверяет. Я не понимаю, зачем вы его отправляете туда? Потому что он... Мы приезжаете своих... Каким образом? Вы подумайте, вы. Где подумайте? Не должен нам ничего объяснять. Так куда пойдите, пожалуйста. Я знаю, что это вам нет. Все, пусть идет в машину, идите объясняйте. Я ему уже объяснил. Что? Надо было проверить. Что проверить? У вас случилось? У нас ничего не случилось. Какие ко мне вопросы? Никакие. Так а что вы задаете? Никто вам не задает. Вы не задаете вопрос? Нет. Всего доброго, счастливо, до свидания. Так пусть еще гуляет. Вот я вижу, что гуляет. Он еще заняться будет. Инспектор, вы же отошли с ним поговорить. Я с ним уже поговорил. Так он свободен, может ехать. Он не свободен, он не был задержан. Как он может быть свободен? Он может ехать. Все, водитель, едьте. Езжайте, счастливо домой. Видите, а почему вы нас обманули? Подождите. Вы сказали, что туалет есть. Конечно, это правда, мы вам можно быть второй к ключему. А честный туалет на заправке. Давайте я вам помогу. Вы по туалету уйдете, да? Надо. С туалетом я как-то еще как-то сам снимаю. Вот. Все-таки хотелось бы увидеть эту книгу жалоб и предложений. Да где вам книгу жалоб? Ну про туалет. Пустите в туалет нахуй. Вот я сейчас. Сейчас? Да. А может пустите, да ничего писать не будет. Не, можете писать, я держу. А можно пустить нас? Вас возьмут? Смотрите, извините, товарищи, это трасса проезда, трасса президента, так? Да. Вы подождите чуть-чуть, мы сейчас, А вы не можете позвонить президенту, пусть он подождет, он один, а нас четверо. Я знаю его телефон. Вы знаете, что он будет ехать? Вот нет, я говорю. Давайте дежурному позвоним, пусть он предупредит президента. Смотрите, смотрите сюда. Вы подождите, сейчас я брал книгу, привезу, так? Вы подождите, раз проезжу. Ее нету? Говорите, привезу. Привезу к ним у вас. Откуда? Я вам не могу сказать, откуда. Так ее на посту нет? Конечно нет. Откуда вы ее привезете? Я сейчас трассу проверю и потом вам снова буду. Хорошо, давайте, мы ждем. Через пару часов. Я буду как-то постоянно проезжать. Попросите, пожалуйста, документы в руки. Согласно пункту 24, вы должны предъявить его документы. Вы не переживайте, мы правовую помощь вам окажем. Спасибо, пожалуйста. Не надо, если честно. Все, до свидания, вам сказали не надо. Нет, ничего страшного, нужна. Мы ваши действия будем смотреть. Дайте ответ. Да, конечно, закрывайте. Так а что, протокол не пишет? Да быть такой, ты понял? А что протокол напишут? Да вообще непонятно. Думаю, думаю. А бабки не светились, да? Не, ну этот вот перепуганный такой, знаешь, денег. Видать, типа договорились. Так вызывай подвал. Незаконные действия. А ведь не имею права находиться в машине. Все согласно логике 100%. 100%? Я думаю, да. Покажите. Я достаю. Вы можете показать.
це передбачено, що я вам повинен показати. Це натуральні справи. Ви зараз... Что это такое? Это ваш телефон? Нет, смотрите. Он по спутникам. Это а везде сертификованы? Конечно. А покажите здесь. Все телефоны, которые у нас продают. Пожалуйста, от меня. Ну вы спросили, я вам покажу. Вы спросили. Очень вас прошу. А что, вас идите на... Ну вы спросили, я вам покажу. Можно я один подойду? Я один подойду. Вам воняешь? По спутникам ваше место определено, правильно? Ну, тут не ваше, мы тут стоим тоже. Влажность 100%. А значит, ты его пока не попарал. А как сертификат сначала попарал? Это же конечно. То, что у нас продается, то, что у нас продается. Я ответил? Да ему барабанит. Так в чем вопросы задаете? В чем вопросы задаете, если вам все равно? У меня в машине есть, смотри. Да, все равно никто не приостанавливает. Не, ну постоим. Меня спросили, я ответил. Что? Что, ребята? Так что вы спрашивали, если вам не интересно? Так покажете сертификат, чи нет? Не покажем. Так ми ж вас ні в чому не звинувачуємо. Ні, ну я це рекомендую. А хто вас в чому звинувачує? Я з ким одним розпитувався, то слава, то слава. Давайте, ви з нами? Богдана Хмельницького, будь ласка, підіжджайте, війдьте. Діла Богдана Хмельницького. Вам дадуть чітку і ясну. Знаєте, якщо ми один раз всі приїдемо на Богдана Хмельницького, вам запретять нам говорити. Затратили. Щоб просто вам скажу, щоб ж такого їм не говорити. Я вам говорю ще. На посаду. Весь відділ зв'язків з громадською. Звертайтесь в Україну. 63 стаття, вона розпочинається тоді, коли когось в чомусь звинувачує. Тоді посаду... тоді особа має право... Щоб у вас не виникали звинувачення в мою сторону, а, то, ви то я на ваші провокаційні питання відповідати не буду. Що значить провокаційні? І не буду відповідати. І що казати вам те, що ви хочете почути. Розумієте чи ні? Ну кажіть те, що ви хочете сказати, а не те, що ви хочете почути. Я вам відповідаю на ваші питання. Товариш Точняк, я вам рекомендую лучше мовчати. Тому що ви так смішно виглядите. Послухайте, смішно зараз виглядаєте ви. З чотирма камерами, з чотирьох боків. А чого ви не смієтесь? Чого у вас руки трясуться? У мене не трясуться руки. Трясуться, подивіться. Ви ж
що це все цирк натуральний. Так? Цирк – це те, що ви бабло берете. І це те, що було тут машина. Що це було? Що це було? Корупційні дії це були. Саме в машині. Чого ви обіцяли, не предупредили возле машин? Чого ви завели в патруль? Да він не має права там знаходитись в патрульному автомобілі, вообще. Это секретна територія. Ми підходимо на КП, нас не пускають. Секретна територія яка? Автомобіль? Так я вам об'ясняю. Свого дозволу він знаходиться в цьому автомобілі. Говориш, старший лейтенант, ви ближче молчали. Ви лучше молчите і займайтесь своєю справою. Якщо ви хочете знімати, будь ласка, встаньте, знімайте. Все, давайте встанемо, будемо знімати. Так. Зараз просто філішати. Поворот, 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 по